Девчонки, всем привет! Сегодня снимаю совместное видео вместо с Хелен Лин. Леночка, как дела у тебя? Мы решили навести себе красоту к наступлению весны, привести себя в порядок, сделать себе маски для лица. Мы с ней будем снимать и показывать вам, как мы делаем маски, для чего наши ощущения, поделимся с ней, повеселим вас. Будьте с нами, если вам весело и интересно. Так что, пожалуй, начнем. Я буду делать вот такую вот маску. Решила попробовать. Это маска иммунорегулирующая для упругости и тонуса кожи лица и шеи. Ну а нам весной это нужно, девочки. Да, Лена? Я буду делать маску для лица из голубой глины. Вот. Она покажет свою маску, как она будет делать. Я свою. Это у нас маска Organic Spa. Попробуем, как это будет. Ну что ж, пожалуй, девочки, начнем. Оставайтесь с нами. Так, я уже приготовилась к съемку. Пока дома никого нет, пожалуй, начнем. Так, беру посуду. Беру маску. Высыпаю небольшое количество маски туда. Все будет происходить на ваших глазах. Так, берем. Ну, я думаю, мне много не надо. Ой, какая она из себя. Я, девочки, не видела эту маску. Вот она какая-то жидкая-жидкая. Выглядит вот так. Подозрительная какая. Значит, я думала, это сухая. А это у нас какая-то жидкая масочка. Так, я убираю волосы предварительно, чтобы они не мешали. Очищаю лицо. Так, видно, наверное, будет вам. Так, лицо мы очистили. Так как у меня ничего нет для того, чтобы нанести, я сейчас вам показываю, буду показывать ужасы. Я наношу вот этой вот штучкой. Так, маски тут много. Начнем. Так, происходит ужас, ужас. Ой, какая она приятная, девочки. Так вкусно пахнет. Нет, надо было все-таки рукой. Ну ладно. Нет, я все-таки сделаю это рукой, потому что так неудобно. Там написано нанести толстым-толстым слоем. Так, наносим толстым-толстым слоем. Так. Так как она у нас. Вот, видите, какой ужас. Так как она у нас для шеи тоже, наносим сюда. Так. Кто бы меня... Кто бы меня видел в этот момент? Кто бы меня видел бы в данный момент? Какая красивая сижу! Надеюсь, вы никому не покажете. Ой, мама мия. Неправда, Елена. Ты сейчас выглядишь очень красиво. Ты в данный момент похожа на Фиону. О. Так. Тут маски, думаю, хватит на два раза. Тут еще есть. Я наношу еще один слой. Ну уж, делать так делать души. Эх, гулять так гулять. Так, большим и толстым, толстым слоем наношу. Ой, я не могу, девочки, без слез на себя смотреть. Это кошмар. Лена, ты на меня посмотри. Красотка, ты очаровательно выглядишь, а тебе нужно писать целые поэмы и посвящать тебе стихи. Ох. Девочки, у нас нет сегодня спа-салон. Ну что ж, такие красивые. Готовимся. Готовимся к весне. Ой,
Надеюсь, мы вам сегодня подняли настроение. Не каждый день увидите нас в таком виде. Женская красота – это как тайное крещение. О, все, девочки, нанесла, пожалуй. Так, сильно не буду вам близко приближаться. То, не дай бог, мы сегодня с ней приснимся. Лена, слышишь? Мы будем музами во всех снах и для всех. Мы сегодня друг девочкам приснимся, и они сегодня всю ночь спать не будут. Так, ждем 10-15 минут. Ну, мы думаем, сколько будем Лен ждать? Достаточно будет 15 минут. 15 минут подождем. Так, ну а пока мы с ней споем для вас песню. Может, Лен, не надо? Лен, давай, зато время пройдет быстро. Я в таком виде, не то что песню, я думаю, даже не очень удобно показываться на камеру. Ну ладно, я начинаю. Я на солнышке лежу. Пой вторую часть. И ушами шевелит, тра-ля-ля, тра-ля-ля. И ушами шевелит. Все лежу и лежу. Мне, знаете, как смешно, я не могу. Ай. Вы знаете, сейчас немножко поделюсь своими впечатлениями, что у меня происходит. Ну, прошло, наверное, минуты две. Так, маска для моей кожи. Так, сразу скажу, девочки, у меня сухая и чувствительная кожа. Я когда ее приобретала, я, конечно, не посмотрела, для какой она кожи. Но написано, что тут целый букет натуральных экстрактов. Натуральных экстрактов, чего только нет, тонизирует и питает. Ну, это нам как раз сейчас надо. Так, при регулярном применении маски кожа становится свежей и упругой. Без следов усталости и дряблости, приобретает здоровый сияющий цвет и молодость. Для какой кожи не написано, но я вам уже сказала, что у меня кожа сухая и чувствительная. Маска еще раз называется иммунорегулирующая для кожи, для упругости, для свежести, для всего подобного. Теперь мои ощущения. Вот я ее нанесла, немножко холодит, чуть-чуть капельку, не скажу, что там как-то этот... И чуть-чуть такое, знаете, пощипывание, что ли. Я на тебя тоже без слез не могу смотреть. Ой, мама дорогая, видели бы нас. Не скажу, кто. Так, маска начинает немножечко подсыхать. Леночка, будь осторожна. Как написано в инструкции 15 минут, так и делай. Пахнет? Запах, знаете, какой? Запах какой-то цветочно такой, свежий, весенне-летний. На поэзию меня потянул запах между весной и летом. Такой переходящий. Ой, май, июнь. Ну, приятный, очень приятный, девочки, запах. Вот, здесь 15 мл в этой маске. Производит моя любимая фирма Флоресан, которая производит также мою любимую продукцию, молочко автозагар, которым я пользуюсь, который я люблю. На меня не смотрите, не пугайтесь. Вот. И приобрелась вот у этой же фирмы. Это же... То есть не это же. То есть приобрелось. Лена, не смотри на меня так, господи. Лен! Не смеши мои копыты, ты сейчас звезда на ютубе. Так, она высыхает. Высыхает. Что я вам скажу про нее? Она такая жирненькая какая-то. Я еще перед тем, как ее развести, подумала, надо пустить оливковое масло. Нет, не надо. Такой интересный крем. Так, время. Идет. Натуральный ужастик. Лен, давай споем. Миллион, миллион
алых роз. Подпевай. Из окна вижу я очень много влюбленных пар. Чтоб ни одной не позвать. Кто влюблен этой весной будет счастлив весь год. Ой, ну девочки, мы какие смешные сегодня, а? Вот что? Красота требует жертв. Не зря же говорят, а? Честно. Так, ну, зато, Лен, завтра мы с тобой будем красивые, сияющие, с упругой кожей, со свежей, как попа младенца. Мы будем голливудскими звездами. С нами будут подписывать миллионные контракты. А нас будут писать в газетах. Так, шутки шутками. Но я наблюдаю это за процессом. Все-таки что за прыг себя ведет эта маска. Так, как я вам сказала, нанесли толстым слоем и трогать не надо. Если ее трогаешь, она начинает скатываться. Я буду очень рада, что если она окажется супер-пупер. Вот я уже вам сказала, что я пользуюсь первый раз ею. Если она мне понравится, у них там очень много их видов, попробую. Я сегодня обязательно расскажу впечатления свои. И ну, вот мы с Леной поделимся впечатлениями. Она о своей маске, я о своей маске. Думаю, вам будет интересно. Все, девочки, смыла. Лен, ты тоже смыла. Лен, мне так было жалко смывать эту маску. Мы так друг к другу привыкли за эти 15 минут. Но мы расстались с ней. Я ее смыла. Вот. Теперь делюсь впечатлениями. Смывается легко. Смываю теплой водой. Сначала с лица, потом с шеи. Покраснений нет. Видно, наверное, да? Ничего нет такого. Никакого раздражения, наверное, нет. То, что я боялась больше всего. Лицо у нас с ней теперь как попка у младенца. Красивая, нежная. Блеска как такового, наверное, нет. Это отражается. Так, очень мне понравилось. Попробую другие, обязательно куплю. Спасибо за внимание, что были с нами, что не испугались нашего видео. Еще раз спасибо, Лен, что вместе мы с тобой сняли. Спасибо вам за внимание, за вашу компанию, что с нами были и не давали нам скучать своим присутствием. Всем пока, девочки, пишите нам, будем рады всем. Спасибо за внимание, пишите комментарии. Очень рада, что сегодня вот мы с Леной сняли это видео, прям очень и очень. Ну, всем пока!